Сибирский губернатор Алексей Дюмин, который в 2016 году победил на выборах главы региона с результатом более 84%, в этот раз показывает практически такие же результаты в Хабаровском крае, где прошли досрочные выборы губернатора после обработки подавляющего большинства протоколов. В Рио глава региона Михаил Дегтярев набирает почти 60% голосов. Как итоги голосования в регионах оценивают эксперты. Вообще, трехдневные выборы в российских регионах прошли без особых сюрпризов. Единая Россия в лидерах, губернаторы в Рио переизбраны. Впрочем, были персонали, заслуживающие отдельного внимания. Из-за популярности электронного голосования, которое в этом году было в 7 российских регионах, его могут расширить на другие субъекты федерации, не исключила глава ЦК Элла Памфилова. В Москве явка дистанционного голосования составила рекордные 96 с лишним процентов. Также более 90% продемонстрировали и регионы, где также было электронное голосование, но без грубых нарушений не обошлось. Выборы в регионах без особых неожиданностей. Единая Россия в лидерах, губернаторы в Рио переизбраны. Впрочем, есть ряд персонали, которых стоит обсудить отдельно. О голосовании в регионах и его итогах Евгений Пильчук. Голосование в регионах в первую очередь интересно конкретными именами и их результатами. По части выборов в Заксобрание и Думы в различных областях неожиданностей нет. Единая Россия уверена на первых местах в Омской, Вологодской, Кировской, Владимирской и Томской областях, в Приамурье, в Ленобласти и во многих других регионах. Цифры схожие, от 30 до 40%. А вот среди персоналей интересен результат в Рио губернатора Хабаровской области Михаила Дегтярева от партии ЛДПР. У него почти 60% голосов. Второе место заняла Марина Ким от партии «Справедливая Россия за правду». Третье – Владимир Парфенов от партии пенсионеров. Последний – Бабек Мамедов от партии «Родина». Можно сказать, что конкурентов у Рио губернатора не было. Как-то само собой получилось, что ни КПРФ, ни Единая Россия в Хабаровском крае кандидатов вообще не выставили, что положение Дегтярева резко улучшило, комментирует директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Было видно, что Дегтярев очень много работает, в отличие от многих других губернаторов. В этом смысле ему удалось захватить повестку информационную и постоянно предлагать какие-то поводы. И по несколько месяцев он раскачивался. Но уже где-то с марта-апреля было видно, что значительная часть лоялистского электората готова его поддержать. Там были довольно большой процент тех, кто его не поддержали бы ни при каких обстоятельствах, но ему и не надо было за них бороться. Это довольно хороший результат. Это следствие грамотной работы технологов с позитивной повесткой. То есть им удалось переломить вот эту тенденцию негативную, которая была сформирована по отношению к нему в первый месяц. Пробежимся далее по списку. Здесь без неожиданностей. Уверенные первые места занимают либо действующие губернаторы, либо исполняющие обязанности. В Тверской области губернатор Игорь Руденя. В Белгородской – в Рио Вячеслав Гладков. В Туве – в Рио губернатора Владислав Ховалык. В Пензенской – в Рио Олег Мельниченко. В Мордовии – в Рио Артем Сдунов. Все от «Единой России». У всех от 60 до 90%. Результаты были предсказуемы. Стоит выделить губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Уверенная победа над оппонентами коммунистами – Владимиром Исаковым от КПРФ и Юрием Моисеевым от коммунистов России. Второе место у Владимира Ростовцева от партии пенсионеров. Снова, как и в случае с Дегтяревым, слабые соперники. Только уверенные проценты Дюмина дают ему определенный рейтинг на будущее, а также потенциал избираемости в более широких перспективах, говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дюмин входит в топ губернаторов, он считается приближенным к первому лицу. Более того, хозяйственник силовой, что очень характерно для Тульской области, которая машиностроительный регион, ВПК, поэтому в отличие от ряда субъектов нет разрыва в элитах. У него достаточно неплохая команда именно в политическом блоке. Наконец, коронавирусные последствия пройдены плюс-минус спокойно. Долгое время обсуждал перспективу условно преемчества, тем более, что Дюмин буквально приближенный, он адъютант первого лица. Плюс ко всему его проблемой как раз являлась именно публичность. Как публичная политика, он очень серьезно вырос за это время. Именно среди силовых игроков, особенно после ситуации с Зеленским. Как человек, который может активно провести избирательную кампанию, показать хороший результат именно на выборах, он здесь, конечно, выигрывает. В целом, губернаторов выбирали в 12 регионах, еще в 39 в парламенты разного уровня. Отметить стоит два результата в южных республиках. В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии парламент утвердил действующих руководителей. Глава Карачаево-Черкесии снова Рашид Темрезов, в Северной Осетии снова Сергей Меняйло.
Самая высокая активность избирателей в ходе нынешних трехдневных выборов была зафиксирована на электронном голосовании. В Москве явка к вечеру воскресенья составила 96,5%. Более 90% явки показали и другие 6 регионов, где проходило дистанционное голосование. Но не обошлось без грубых нарушений, сообщал ЦИК. Подробнее о том, как проходили трехдневные выборы, Елизавета Сглавуца. Глава Центра избиркома говорит, что нарушений стало на порядок меньше. Об этом свидетельствует и статистика МВД. Ведомство сообщило, что за три дня было зафиксировано около 6000 сообщений о нарушениях на выборах. Это в полтора раза меньше, чем в 2016 году. В основном были так называемые карусели и вбросы. 12 официально подтвержденных случаев. Из-за этого в последний день голосования полетели головы. Глава ЦИКа уволила трех глав участковых комиссий после вбросов в республике Адыгея, Кемеровской и Брянской областях. Из последней, в частности, по сети разошлось видео, на котором девушка с пачкой бюллетеней подходит к урне, но в последний момент, будто засомневавшись, отходит в сторону. Затем к ней подходит коллега и с вопросом «Лен, ты дура?» отбирает у нее бумаги и проталкивает в урну. В результате все избирательные бюллетени на этом участке аннулированы, а зампредседателя комиссии отстранили от работы. Кроме того, освободили от должности председателя участковой комиссии на Ставрополье, где камеру наблюдения в Пятигорске закрывали тряпками. В итоге были признаны недействительными 8500 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах, рассказала Памфилова. В Санкт-Петербурге ЦИК потребовал принять меры в связи с нарушениями по хранению сейф-пакетов. Их якобы хотели вскрыть наблюдатели. Также были замечены карусели из молодых людей в спортивной форме, сообщал РБК. А в суды Петербурга подано 20 исков на членов избиркомов. 4 из них суд удовлетворил. Памфилова считает, что в избирательных комиссиях в Петербурге действует пятая колонна, которая препятствует выявлению нарушений. Кстати, отмечу, что Питер отличился еще и довольно низкой явкой. По словам Давида Канки и члена Совета движения «Голос», внесенного в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, в организацию поступило довольно много жалоб примерно следующего содержания. Поступило сообщение о нарушении почти из всех регионов страны. На карте нарушений уже более 4500 сообщений, и нарушения носят самый разный характер. Основные связаны принуждением людей к участию в голосовании, что особенно было в пятницу и в субботу, когда людей заставляли открепляться от избирательных участков и подконтрольно голосовать на конкретных УИКах. Второй кластер нарушений – это надомное голосование, когда людей помимо их воли записывали в списки голосующих на дому. Ну и были случаи вброса в бюллетени, подделка списка избирателей. Глава ЦИК по итогам прошлых выборов заявляла, что «Голос» на свою карту нарушений вносит любые сигналы без проверки и подтверждения. Памфилова заявила, что никакие нарушения сейчас не скроешь, и некоторые просто пока не понимают этого. Во многом сделать тайное явным помогают технологии видеонаблюдения и КАИБы – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Они сами считывают данные с каждого бюллетеня и бланки оттуда не перекладывают в сейф-пакеты после закрытия участков. Кроме того, в такие устройства практически невозможно ничего вбросить. Аппарат принимает бюллетени только по одному. Всего КАИБов на этих трехдневных выборах было около 14 тысяч во всех регионах. На прошлых думских выборах было всего 5 тысяч и не везде. Кроме того, как заявила Памфилова, за вброс сейчас принимают и элементарное голосование людей, которые получают до 9 бюллетеней, например, на семью. А некоторые нарушения были допущены членами избирательных комиссий не из-за злого умысла, а из-за халатности, говорит наблюдатель с правом совещательного голоса от КПРФ на участке 2121 Олеся Остапчук. Сегодня у нас было нарушение. Не сошлись списки по ДЭКу, по электронному голосованию с ТИКом, с территориальной избирательной комиссией. И оказалось, что действительно члены нашей комиссии просто потеряли, практически не учли 47 человек, которые были зарегистрированы, соответственно, электронно и не вычеркнули их из списков избирателей. Это довольно большой косяк, пришлось это все перепроверять, но среди этого количества человек не было тех, кто проголосовал бы и электронно, и, например, у нас. Дважды проголосовать, кстати, удалось россиянке, живущей в Израиле. Причем ей уже удавалось отдавать голос и три раза в прошлом году на голосовании по Конституции. Теперь она проголосовала лично на участке и онлайн, о чем написала в Фейсбуке. Она предположила, что дело может быть в паспортах. Онлайн голосовала по российскому документу, а на участке по заграну. Посол РФ в Израиле уже назвал ситуацию провокацией.
Кандидаты от «Единой России» по предварительным результатам лидируют на выборах Госдумы в подавляющем большинстве из 225 одномандатных округов. Второе и третье места пока удерживают КПРФ и «Справедливая Россия». Подробности. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин по итогам обработки 6,16% протоколов набирает 78,63% голосов в Саратовском одномандатном округе, сообщает РБК. Уверенно лидирует на выборах и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, набрав 30,77% по Люблинскому одномандатному округу Москвы, следует из данных ЦИК по результатам обработки 85% протоколов, сообщает РИА Новости. Депутат Справорос Галина Хованская по итогам обработки 43% протоколов лидирует в Ленинградском одномандатном округе в Москве, сообщает ТАСС. Хованская набирает 87,37% голосов, далеко опережая своих преследователей. При этом актер Дмитрий Певцов идет пока на втором месте, имея 33,82% голосов после обработки 3,5% протоколов в Медведковском избирательном округе Москвы, сообщает РИА Новости. Телеведущий Анатолий Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном округе Преображенский в Москве. У него 37,5% после обработки всего 0,4% протоколов, сообщает РИА Новости. Зато шоумен Зверев проигрывает выборы в Бурятском округе после обработки 82,75% протоколов, сообщает РИА Новости. Кандидат от партии «Зеленый» занимает лишь третье место.